Ну что, дорогие друзья, снова всех рад приветствовать на читерском прохождении игры Stalker Чистое Небо. Мы отправляемся в Лиманск для того, чтобы закончить первую часть из культовой трилогии, посвященной игр Stalker. Итак, давайте шуруем в зону отчуждения, где нас будут встречать Чистое Небо, Монолит, Бандиты, Свобода, Долг, Сталкеры и, естественно же, Монстры. Посмотрим, что можно там сделать. Ни в одну группировку, кстати, я не вступил. Посчитал я это ненужным. Для себя зачем? Я думаю, что мы и так справимся. Не вступая никуда, не пришествуя и не преследуя ничьи идеологии каждой группировки. В любом случае, мы останемся при своих, так сказать, условиях и при своих, так сказать, умозречениях. Поэтому Чистое Небо нам, конечно же, поможет. Мы будем всегда с ними. Так что давайте отправляться. Переодеваем по новую робу. Потому что эта форма, как и обычно, бывает та ситуация, что мы одеваем амуницию, а она у нас не отображается. Мы бегаем, как будто в кожаной куртке. Бандиты, да? Так, ребята, только не гасите их сразу, а. Да, не думал здесь бандитов встретить. Что ж, придется разбираться. Не шмаляйте, не надо! Я вам засаду сдам! Если решишь заговорить, останешься жить. Слышь, это, в натуре дайте аптечку для кореша моего, а? Шиш тебе, а не аптечку. Значит так, даю тебе минуту. Не скажешь, где засада, прикажу расстрелять. Ну дайте аптечку. Что, не дадите, что ли? Тогда я дам. Держи. В натуре спасибо за аптечку, братан. Цени мое благородство. Засада тут рядом, типа два шага. Отметка уже должна быть у вас на этом, на ПДА. Ладно, понятно. Живите, уроды. Только чтобы глаза мои так вас больше не видели. Спасибо, выручил. Возле машины растяжка. Кто сейчас в городе? Все, да, понятно. Все, сваливайте отсюда. Так, бандиты у нас типа якобы сейчас друзья, да? Я думаю, скоро они станут врагами. Наемник, давай сюда, новости расскажу. Да не высовывайся особо, завалим. Что случилось-то? Ну и в заваруху мы вляпались. Значит, смотри. На балконе, в доме слева, пулеметная точка. Садит так, что мама дорогая. Если сможем ее вынести, попробуем пройти дальше. Я отвлеку огонь на себя, а ты давай в дом и сделай этого, который я за пулеметом. Понял тебя. Да откуда спустился-то? С гор, что ли? Опа! Да ладно! Как так-то? Сука! Монолитовцы вынесли. Опять по новой бежать, что ли? Ой, чай.
расскажу. Да не высовывайся особо, завалим. Ну и в заваруху мы... Да ладно, я понял. Ну ёб твою мать, кто так кидает гранаты-то, блядь? Бандюки эти, блин. Хорош, да? Наемник, сейчас поможем, держись. Сука, крысятина, а? Охренеть, нифига у них как заскидят, они что, так реально прям тащат, что ли, у них? Да ну, не поверю. Я просто в шоке, а. Граната! Да ёб твою мать, ты как гранату ты кидаешь, я понять не могу, а. Жесть. Все, мы их расчесали. Так, наемник, давай-ка я тебе расскажу, что делаем дальше. Все, бандиты стали врагами, но это было и логично после такого рейда. Они все с валами, что ли? Да еще и патроны бронебойные, нифига себе. Я вот этот чувак думал, что стоит, поэтому по нему и стрелял. Оказалось, что он просто в текстуры залез. Так, что там у вас? Продвигаемся вглубь города. Нужно добраться до канала за площадью. Понятно. Там сейчас застряла группа наших. Будем помогать. Ты вроде малый не промах. Поэтому предлагаю идти с нами. Рванули! Рванули, рванули. Рванули! Рванули! Монолитовцы.
вообще у вас тут было-то? База типа, и что ли? Ни хера нету в этих ящиках. Так, и как мы с вами пойдем? Ну хорош, блин. Так, это кто у нас? Магазин гастроном. Так, ребят, мы куда-нибудь пойдем, нет? Рассказывай. Ладно, раз уж до встречи, значит до встречи. И надо найти другое место, куда нам идти. Чистое небо это. Все и так понятно. Что? Наемник, держи гарантрон! Уходи быстрее! Ёлки, да сколько же их? Лезут со всех сторон! Наемник, давай быстрее к каналу, мы их задержим. Давай, бегу. Найти командира отряда. Так, это что у нас здесь? А, перестрелка здесь с этими, с военными, по-моему. Тоже с пулемета херачит. Наемник, ты вовремя. Мы застряли. И ни туда, ни сюда. Они сидят в здании на том берегу, и нас видят, как на ладони. Носа не высунешь. Лебедев сказал, мост надо взять. Стало быть, хоть как, понятное но дело. Мы должны выбить их из здания. Эти сволочи засели в доме напротив. Мы у них как на ладони, так что рыпаться бесполезно. Только ребят где положу. Мы отвлечем внимание на себя. А ты дуй во все лопатки к дому. Проберешься между укрытиями, а дальше чего объяснять? Вынеси пулеметчика, этот урод нам уже здорово нервы потрепал. Ребята, прикрываем его! Огонь! Ладно, ребята, давайте. Я пошел. Ёб. Твою мать. Холодильник не спасет, блин. Охренеть, ты чего, сука, сделал-то, блядь? Да просто, ну как? Военные, конечно, да, жесть. Какие-то там... Собирался. Любители покидаться гранатами, да?
дела. Уже брони нету, надо ее выкидывать скоро уже. Ну так попробуй пристрели, в чем проблема? Тебе конец. Я пошел, прикрывай. Сука. Да, блин. Так, чё? Вроде военные все сдохли. Ну да, наверное. Так, двигаемся дальше на стройплощадку, где есть монолит. Ой, блин. Вот она, стройплощадка. Здесь она тоже человек 20 их монолитовцев. Так что будем пробовать. Как они так рады забьют, я не понимаю. Ты
Ой, блин, как вы мне дороги, а? Друзья мои. Блин, еще 13 человек гасить, это жесть. Ой, чё-то, блин. Еще не все, что ли? Внимание! На, хватай! А, мать! Ну, все. Поиграли. Так, теперь мы отправляемся в подземелье Припяти. Тоже путь не близкий. Привет, наемник! Здорово! Рада тебя видеть! Так, до выхода из города всего ничего. Не расслабляться. Идем осторожно. Бережем, рванули! Бог бережет. Сейчас надо эту делать тему по поводу отключения щитка. Снайпер на башне, всем укрытие. Василенко, подберись и выкури этого снайпера.
Черт, чего? Эти скоты сварганили забор под током. Стоп! Весь город уже лет 20 без электричества. Значит, где-то рядом работает генератор. А вон и провода. Значит, он вон там, справа. Наемник, мы отвлечем снайпера, а ты проберись туда и выруби генератор. Так, подожди. Где проход-то? Нет, не здесь. Надо вот по тем трубам попасть. Что-то где-то я не могу найти проход. Ну, не вовремя, а. Отлично, ребята. Основной отряд готов двигаться через Лиманск. Отлично. Первая группа. Ваша задача — найти вход в подземелье Припяти. Он в районе старого госпиталя. Это на окраине Лиманска. Координаты передаю. Ну что, шуруем. Так. Отправляемся в подземелье Припяти. Идем. Только с патронами проблема у нас. Не очень-то многовато их. Хоть кто-то откликнулся. Слушай, на той стороне зала засели снайпер и пулеметчик. Не дай высунуться. Я попытаюсь снять его. Еще у одного нервы не выдержали. Наемник, помоги снять снайпера, иначе мы тут все поляжем. Мы отвлечем пулеметчика на себя, чтобы ты успел пробежать вперед.
Жди моей команды. Давай. Пошел! Молодец, так держать. Один пытается прорваться. Первый этаж простреливает пулемет. Высовывайся без моей команды. Жди моей команды. Пошел! Молодец, так держать. Монолитовцы. Да я херею, просто посмотри, чё, а. Им вообще похеру на эти гранаты, они как будто там танки. На, держи. Урод. А где этот снайпер? Жду. Так, что делать-то будем? Хрена их тут сколько, а? Сталкер, прикрой нас огнем. Да пошли, пошли. На, получай! Мать вашу! Держи от меня! Выноси сволочей! Кладёшь их всех сволочей! Да только меня не толкайте, пожалуйста, а! Двигайся дальше! Мы задержим противника! А дальше это как? А, сейчас будет вертолет. Ну давайте. Враг.
где этот кореш на вертолете? Пулемета, да? Кушай гранату! Да, монолитов здесь, конечно, до хера. Ничего не скажешь. Ну, сука. Какой мудак по мне стрелял, а? Вот какая мразь по мне сейчас стреляла? Откуда ты, сука, вылезла, а? Ну вылазь, герой! Зацепить, ты откуда вообще вылазить, а? Они ушатывают просто. Откуда они берутся, я не понимаю. Ведь никого же нету. Никого. И откуда-то прям со спины появляется, где мы только что были. Ну как так? Ну что ты как беременный-то? Да. Блин, у меня патронов ни хера нету. Ой. Последний Петифон остался. Сейчас будет здесь засада опять. Из этих монолитовцев. Еще лучше. Но... Держись, мы идем на помощь. Держусь.
Молодец, мужик, продержался. Сейчас мы их уроем. Ну, отлично. Справились, да? Центр, мы у входа в катакомбы. Что дальше? Отлично. Займите позиции. Удерживайте вход в катакомбы. Основной отряд на подходе. Принято! Выполняем! Идем. Мы задержим монолитовцев, а ты спускайся в катакомбы. Да, осталось чуть-чуть, ребят. Идем в катакомбы и попадаем на Чернобыльскую атомную станцию. И все на этом. Рад видеть тебя, наемник. Случилось теоретически невозможное. Мы все же пробились в самый центр станции. Во многом это твоя заслуга. Петренко, проверь по сканеру чистотехнику разведки. Командир, стрелок совсем рядом. Командир, это группа разведки. Ну ладно, понял вас, выдвигаюсь. Это электромагнитное ружье. Теоретически оно позволит отключить пси-защиту стрелка, а без нее такого мощного излучения не выдержать. Двигайся навстречу стрелку и постарайся поймать его на прицел. Ну, давай, 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 давай. Чё так мало-то, блин, сносит-то, я понять не могу, а? Не, ну это косяк от бога, всё. Это все ясно. Чё-то я не понял. Я вроде по нему стрелял нормально. Почему у него так мало-то снеслось-то? Не ясно. Выноси, сволочи! На, получи! Ох, блин. Чё-то как-то... Чистое небо, я не очень доволен, как я её прошёл. Вообще не очень. Чистое вот небо вообще как-то прям вот... Не так. Вот «День Чернобыль» я прошел нормально, вот, с удовольствием, вот, с эмоциями, а «Чистое небо» как-то вот вообще прям. Рад видеть тебя, наемник. Случилось теоретически невозможное. Мы все же пробились в самый центр. Во многом это твоя заслуга.
Петренко, проверь по сканеру частоту генерации. Чё, прошел что ли, а? Ой, блин, да что такое-то, а? Ну вот выстрела просто не хватило. Электромагнитное ружье. Теоретически оно позволит отключить пси-защиту стрелка, а без нее такого мощного излучения не выдержать. Двигайся навстречу стрелку и постарайся поймать его на прицел. Бак словили, да? Бей из электромагнитного ружья по стрелку, это ослабит его пси-защиту. Да в курсе я. Сколько тебя гасить-то? Пси-защита стрелка почти на нуле. Давай. Еще немного, и ты вырубишь ее совсем. Значит так. Пси-защита стрелка все. Отключена. Осталось только ждать. Осталось только ждать. Что показывают приборы? Да ничего. Нормальная сила снижается. Черт, совсем не то, чего я ожидал. Уровень аномальной активности просто зашкаливает. Ну, как-то так. Выброс произведен. Ничего из того, что хотел. Лебедев не получилось. Да, еще раз скажу вам, ребята, не рад я тому, как я прошел чистое небо. Очень не рад.
Ну вот, мы и закончили прохождение приквела к игре «Тень Чернобыля. Сталкер». Чистое небо мы прошли немного, как сказать, долговато. Местами даже иногда меня, так сказать, подтряхивало ее прохождение. Но с горем и радостью мы прошли эту игру. Правда, читерским способом, я это не отрицаю, потому что если дрочить на это очень долго и плодотворно, это будет больше, чем надо, как я прошел. Жалко, что, конечно, у меня нет такого удовольствия от этой игры, как от «Тень Чернобыля». Все-таки «Сталкер» — это «Сталкер», но «Чистое небо» для меня не закончилось тем, как я хотел. «Зов Припяти», конечно, мы пройдем с большим удовольствием, там все по-другому абсолютно, а «День Чернобыля» это вне обсуждения. Ну что, ребята, всем спасибо за просмотр, лайкуйте, подписывайтесь, комментируйте, удачи вам, берегите себя, увидимся с вами, «Сталкер», «Зов Припяти».